Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому. Они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Значение буквы «О» сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Обладатели этого имени испытывают трудности с проявлением собственных чувств, хотя внутренне они искренне восхищаются и могут нафантазировать гораздо больше, чем могут показать внешними инструментами. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Люди с этим именем прежде всего стремятся окружить себя любовью своих близких и дружбой веселых, жизнерадостных людей. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Буква «О» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Из профессий для людей с этим именем подойдет продавец-консультант, маркетолог, журналист, риэлтор и другие рабочие места, где требуется коммуникабельность и отзывчивость. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.